Последней каплей для нас стало последнее атомное испытание на полигоне под Семипалатинском. Вырвался газ, радиоактивный газ. Хотя специалисты говорят, что это благородный газ. Но в это очень трудно поверить, тем более, что если бы ветер подул в другую сторону, по расчету, считалось, что он подует в сторону Абаевского района. А он неожиданно подул в сторону военного городка. И поэтому стало известно, что газ все-таки неблагородный. И это облако заставило зашкалить все счетчики Гейгера. Мы, писатели, получаем каждый день письма из тех районов, из районов, расположенных вблизи полигонов, где приводятся потрясающие нас факты вымирания целых семей. И об этом мы тоже должны молчать. Никакие соображения обороны уже не заставят нас соглашаться с атомными полигонами на территорию республики. Мы долго молчали, и первый же голос был услышан. И на первый же голос я вижу, собрался народ сюда.